Привет всем! Сегодня у моей мамули день рождения. И мы все вместе, всей семьей отмечаем его в баре. Пойдемте покажу. Довольно весело. Вы подумали, это моя мама? Нет, это моя мама. Твое Рождество, твое Рождество. Он мне подарил, мне вещь, которой я очень и очень горжусь. Вот моя мама сегодня день рождения, ей подарили вот такой торт. Аккуратней, уходим. Это торт, понимаете? Это торт. Это моя любимая бабуля Альбина Павловна. Как дела? Ну ты знаешь, бабуль, все хорошо. Записываю сейчас новую песню. В каком жанре? В жанре группы Bring Me The Horizon. Ничего себе! Это моя любимая сестренка и по совместительству единственная. Полина. Как дела, сестренка? Ну, ты знаешь, все хорошо. Я сейчас записываю новую песню. В каком же она стиле? Она в стиле группы Bring Me The Horizon. Ничего себе! Ничего себе! Ничего себе! Нет, ваш ответ. Ничего себе! Кофе Русяна. Чего? Кофе Русяна. Есть такой? Нет. Просто сейчас очень популярный кофе. Ну, стараемся делать. Хорошо, спасибо большое. Вот такой тортик мы сейчас будем есть. Мы сейчас вместе будем есть торт. Мама будет сейчас тушить свечи. Зажигать свечи. Ну что, у кого зажигал свечи? Кого зажигал? Да ни у кого нет. У всех там. Ни у кого не зажигал. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! Ура! Ура! Просто дай мне!